А на сцене Национального центра народного творчества имени Кадышева сегодня вечером состоялся концерт. «Единым духом мы сильны» — это не только название, но и девиз, под которым выступали творческие коллективы. Послушать патриотические песни мог любой желающий, вход был свободным. Напомним, государственный праздник «День народного единства России» пришел на смену 7 ноября. Учрежден в 2004-м в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободила Москву от польских интервентов.